В Люберцах полным ходом идет подготовка к празднованию Татьяниного дня. Напомню, он отмечается в нашей стране уже завтра, 25 января. Накануне праздника наша съемочная группа побывала в Люберецком дворце культуры, где прошел отчетный концерт детской хореографической школы. Его как раз посвятили Татьяниному дню. Первый отчетный концерт Люберецкой детской хореографической школы в этом году. И так совпало, что он прошел в преддверии сразу двух праздников. Посвящен он дню Татьяны. Директор нашей школы Татьяна Ивановна Тропина. Это символично. Татьянин день – это день студентов. У нас очень много молодежи. И у нас есть ансамбль «Россия», который состоит из студентов. В сегодняшнем концерте приняли участие порядка 300 человек. В основном это дети от 9 до 16 лет. Всего в школе занимается около 470 человек. Классические, народные, эстрадные танцы, степ, джаз. Всего в программе 28 номеров. Отчетные концерты детская хореографическая школа проводит регулярно, в среднем 4-5 раз в год. Как правило, каждый такой концерт посвящен какому-нибудь событию или празднику. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.